Контрольная проверка. Специалисты Роспотребнадзора, депутаты, активисты сегодня гуляют по табачным отделам. Ищут нелегальный снюс. В Барнауле начались массовые рейды по бизнесу жевательных смесей. В краевое ведомство поступил приказ остановить продажу некурительной никотиносодержащей продукции. Сегодня изымается снюс, жевательная резинка, которая содержит никотин, и конфеты сосательные. Дело в том, что в одной конфете содержится порядка 60 миллиграмм, а это 3 пачки сигарет. Употребление таких конфет чревато. Не так давно 3 школьников попали в реанимацию с передозировкой. Это и стало поводом для рейдов. Правда, продавцы, которых проверяли сегодня, уверяют, несовершеннолетним смеси не продают. Но дети разработали целые схемы обманной покупки, и повлиять на это сложно. Мне тоже неприятно, что малолетки. Но идет трафик такой. Я вам скажу, как вот получается. Девочки отказывают. Даже вот могут сказать сами девчонки. Спросите, как вот? Они просят совершеннолетних, вылавливают. Прямо здесь стоят, вот здесь за витриной, наблюдают за этим всем. Мы не можем взрослому человеку отказать в продаже, понимаете? Никто не продает. То есть отправляют, они выходят, либо еще говорят, что старшеклассники закупают и перепродают дороже. Сегодня рейды прошли по 10 точкам. Часть продукции, которая не прошла проверку, например, на упаковке не был указан срок годности, опечатали. Представители Роспотребнадзора заверили, что рейды продолжатся до тех пор, пока Госдума не поставит точку в этом никотиновом деле. Сейчас законотворцы страны рассматривают, как ограничить продажу снюса. Илья Кочетков, Илья Халяпин, Денс Толком.